Это все я понимаю. Смотрите, еще раз. Значит, мы, допустим, человек хочет вылечиться. Для чего существует астральный... Работа со своим сознанием. Это понятно. Поможет человеку вылечиться. Угу. Работа идет подсознательная. Подсознание меняет. У него определенная форма сознания. Ему нужно изменить свое собственное сознание, мышление, отношение к поступкам других людей, отношение к своим поступкам, отношение к жизни вообще. Все это исправляется и меняется ДНК. Хорошо. Полностью меняется, происходит перепрограммирование. Понятно. Но человеку необходимо трудиться, душа должна работать. Мы вас сюда отправляем не просто играть в какие-то игры. Угу. Мы отправляем вас на работу. Вы здесь трудитесь и работаете над своей душой, над развитием своего сознания. Человек может все. Понятно. Исцелить. Смотри. И загубить себя. Понятно. Заболел у человека зуб, да? Вот заболел у человека зуб или какой-то орган. Он идет в больницу, верно? Он идет в больницу к специалисту, который смотрит его, смотрит ему этот зуб, ковыряет, пломбирует и лечит. Это же не означает, что человек должен стать, значит, зубником. Правильно? Для того, чтобы... Это вот... опыт, который он проходит. Правильно. Но это же не означает, что ему надо быть стоматологом. Стать стоматологом, чтобы вылечить свой один зуб. Ну, я вот не понимаю. Это физика. Так, вы говорите про физическое, мы говорим про другое. Правильно. Я сейчас говорю про физику. Мы же люди-человеки. Правильно? Хотим, допустим, там вот какой-то орган полечить человеку. Но мы можем это сделать через не через физику, а через энергетику. Внести какой-то корректив его данных. Обнуление программ подсознания человека. Обнуление. Но если он, который живет в селе и пашет землю, ну, каких материй? Значит, ему таким и быть. Угу. Значит, это его сознание. Программа. Да. Он идет по своей собственной программе. Почему вы решили его вытаскивать куда-то? Ну, человек обращается к нам. Ну и нам что, что он обращается? Человек обращается за помощью. Мы не должны ему помогать вообще? Мы работать все время под сознанием, сделать человеку благо. Мы все научите время... его осознавать себя, чувствовать себя. Правильно. Мы все идти время... внутрь, вглубь себя. Научить его этому. Мы все время говорим о помощи людям, о помощи друг другу, о любви, ну и так далее. Но мы живем в какой-то матрице физической, да, где все, вот я тебе дал там кусочек хлеба, ты мне кусочек хлеба, ну мы так и живем. В этом и кроется любовь, правильно? Помощь друг другу. Вы не можете сказать человеку, вы не можете ему сделать так, чтобы он понял, что он и Бог, что он и Создатель, что он Творец, что он и убийца, все в одном. Да. Он убивает сам себя. Да, правильно. Своими мыслями, своими поступками. Угу. Так вот возьмите и скажите ему об этом. А если человек этого не понимает, значит, душа не готова принять. Значит, ему нужно перевоплощаться несколько жизней, чтобы прийти самому к этой осознанности. Почему некоторые люди уже готовы к осознанию? То есть они прошли определенный опыт и пришли к этому осознанию именно в этом воплощении. А вы хотите человека из первого класса сразу перекинуть на 11-й? Разве такое возможно? Ну, смотрите. Такое не может быть. Я понимаю. Я понимаю. У человека, допустим, отказывают почки. Да? Что лучше, человеку помочь на физическом плане и поработать с его разумом, и он продолжит жить и осознает это, либо просто сказать, да, у тебя почки болят, ты хрен с тобой, умирай. Как лучше сделать, объясните мне.
человеку продлить жизнь для осознания или поставить на нем человек крест? Человек должен сам захотеть жить. Ну вот он сам, он хочет, сам пришел к нам за помощью. Мы не должны ему помогать. Он пришел за помощью к вам, а сам он что делает для того, чтобы жить? Он сам что-то хочет делать? Ну, кто-то или он хочет, чтобы ему кто-то что-то сделал? Какие у вас рассуждения? Как вы рассуждаете? Разные варианты. Поэтому я задаю вам разные варианты вопросов для того, чтобы получить на них разные варианты ответов. Нет ответов. Нет. Человек должен сам работать над собой, захотеть жить прежде всего. А если человек хочет жить, у него зажигается внутри искра. Искра, которая ведет его в правильном направлении. Он начинает искать. Он начинает двигаться. Почему даже рак кто-то вылечивает, а кто-то нет? Почему? Да, да. Ну, кто-то осознал себя, кто-то не осознал. Это понятно. Кто-то двигается и ищет пути. И в процессе этих поисков человек начинает развиваться, расти духовно. Правильно, да. Это я вы понимаю, не понимаете, когда вы приходите сюда без ваших физических тел, вы размышляете совсем по-другому. Да, совершенно верно. Это сейчас вы такое говорите. Отсюда вы выходите для того, чтобы именно пройти через эти страдания, чтобы стать духовно сильнее. Верно. Все правильно. А сейчас вы рассуждаете слишком на низком уровне. Если вас поднять высоко, поднять ваши вибрации на уровень абсолюта, вы по-другому будете рассуждать. Я это понимаю. Вы сразу все осознаете и поймете. Я понимаю, в чем есть суть. Да, поэтому я сейчас задаю вопросы с уровня своего уровня обезьяны, скажем так, да? А мы говорим со своего уровня. Понятно. Для чего мы заинтересованы в вашем развитии. Мы заинтересованы, чтобы ваши души развивались, чтобы человек был в поиске. Для этого трудности создаются по судьбе. Да, да, мы это понимаем. Ну вот. Мы это понимаем, люди этого не понимают, поймите. Людям, кто не понимает, тот еще не созрел. Значит, поймет в следующей жизни. Для этого и даны жизни. Понятно. Следующий вопрос. Придет осознание в свое время и в свой час. Это мы понимаем, да. Это понимаете, помощь иногда бывает во вред. Во вред. Это тоже понимаем, да. Теперь вопрос. Вот. Смотрите. Работайте с людьми, с подсознанием людей. С подсознанием. Учите их исцелять себя. Даже растение, которое человек ухаживает с любовью, оно дает урожай, плоды и так далее. Растение можно погубить, можно возродить путем ваших собственных мыслей. Вы представляете, какую силу вы имеете? Да вот мы только начинаем к этому приходить и осознавать, честно говоря, какая сила. А если все будут думать о хорошем только, то вы сами исцелите сразу мгновенно всех. И не будет ни болезни, ничего. Да, ну тогда и остановится эволюция души, правильно? Я так понимаю. Нет, будет просто переход. Будет переход на следующий уровень, да? Да, на следующий уровень сознания. И там будут совершенно другие задачи стоять перед душой. Да. Там будут другие задачи. Понятно. Понятно. Спасибо. Здорово. А в чем суть? Суть вся в воде. Вы уже знаете об этом. Очень много. Перекодировка — это вода. Ваш мужчина, который болеет, пусть занимается водой, вы же все знаете. Пусть ставит стакан с водой и говорит на воду все, что хочет себе пожелать. Да. Так он же не поверит в это. Вот в чем проблема. Нет веры. Да. Нет веры. А если он поверит, он исцелит себя обычной водой. Просто пить воду, ту, которую он сам будет себе заговаривать. Так и есть. Но вы же привыкли доверить кому-то себя. Там бабкам, ведуньям,
угу. колдуньям, но да. только не себе самому. Да. Нет веры в себя, поэтому так и происходит. Так и есть. Так а и если есть. Вы поверите, что вы сами все можете делать, угу. вы исцелить можете себя прежде всего. Угу. Исцелите себя самого. Вот ваша цель. Помогите себе. А вы помогаете всем вокруг, но только не себе самому. Не себе, согласен. Так лучше вначале помочь себе, а потом людям сказать, что это работает. Это будет как метод сотовой обезьяны. Люди настолько привыкли отдавать себя в чужие руки, но никак не в собственные. А вы все боги, все творцы. Просто вы творите не от любви своего сердца. Тут все просто. Как только человек начнет творить с потоков собственной любви, жизнь будет мгновенно меняться у него на глазах. А вы кого-то любите, кого-то ненавидите. Ну как вы можете творить? Никак. Для Абсолюта вы все едины. Абсолют любит вас всех одинаково. Научитесь любить как Абсолют. Тогда не будет ни болезней, ни горя, ни страданий, ничего. Да. Люди этого не понимают. Не Иногда понимают. Нужно опустить человека на самое дно, чтобы потом он поднялся выше, стал карабкаться и подниматься вверх. Да. А когда человеку легко и просто дается его исцеление, он не ценит такое исцеление и не оценит никогда. И он ничего не поймет. Понимаете? Он просто проглотит эту волшебную таблетку и забудет обо всем. Так и есть, к сожалению. Еще больше творить гадости, создавать энергию тьмы. Это факт. Человеку очень просто перепрограммировать свое подсознание. Даже путем повторений, как ребенок учит стихотворение. Пусть каждый день повторяет человек высоковибрационные слова, наполненные высокими вибрациями. И тогда происходит перепрограммирование подсознания и изменение ДНК. Важно не говорить, важно чувствовать. Чувствование придет со временем, когда человек произносит, часто произносит эти слова, которые напитаны высокими вибрациями, даже не чувствуя, но делая, в процессе этого делания будут увеличиваться его собственные вибрации и наполнение любовью данных слов. Сердце начнет открываться постепенно. Вначале это будет как заученные слова. В каждое слово нужно обязательно вникать. У человека темного нет любви, он не понимает, как это делать. Научить хотя бы каждое слово произнести медленно. Тогда
при частом произношении этих слов, как аффирмации, будет открываться сердце. Человек в конечном итоге войдет в этот поток любви. И начнет перепрограммировать свое сознание. То есть подсознание выйдет на поверхность сознания. Этот процесс занимает время, но оно того стоит. Да. Нужно контролировать свои мысли. В этом вся суть. Как только пришла мысль негативная, тут же нужно в позитив, переходить на позитив. Это сложно, но это возможно. Да. Везде нужна работа. Не останавливаться, нужно работать, идти вперед. И обязательно себя нужно хвалить. Понятно. Есть методика благодарения. Почему она работает? Потому что благодарение имеет высокие вибрации само слово. Вначале мысль, потом слово, потом вложенные чувства. Вот вам и код. Мысль, слово, код, действие. Все сказано. Все очень просто и очевидно. Благодарю, хранитель. Спасибо большое. Спасибо, что с нами пообщались. Я думаю, такая интересная информация будет. Наставление хранителя. Донесем это до людей. Думаю, кто-то задумается над вашими словами. До кого-то они дойдут. Для большинства, конечно, эта информация такая непостижимая, к сожалению. Поэтому так и живем. Спасибо вам большое. Потому что вас стараются увести. Ну да. Увести от истины. А истина, она проста. Чем проще, тем понятнее. Да, так и есть. Не будем повторяться, кто и как борется за наше внимание. Все это мы знаем. Пытаемся до людей это донести. И будем и дальше пытаться донести, достучаться, кого-то пробуждать, кто пробудится. В этом и заключается наша работа на сегодняшний день. Спасибо вам за информацию, спасибо за помощь. Многое сегодня прояснили для нас. Что-то в эфир не выйдет из нашей беседы. Что-то мы покажем людям. Благодарим вас за уделенное время. Будьте осторожны. Стараемся. Думайте, что можно, а что нельзя. Знаем, да. Фильтруем, скажем так, информацию. Да. Что-то доносим, озвучиваем. Естественно, что-то находится у нас внутри. Информация не закрытого типа. Да. Спасибо большое. Благодарим вас. Берегите себя. Спасибо. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Девочки, рассинхронизируемся. 1, 2, 3.
Глубокий вдох, глубокий выдох. Дим, там они говорят, вот, ну, знаешь, перевести очень сложно, Светик, реально. Я тебя понимаю, все. Как так, трудно это все перевести на человеческий язык. Все, и так, слава богу, молодцы, хорошо угу. считывать информацию. Мыслями, ты все понимаешь, да. что они там говорят. Понятно. Но передать? Да, ну, да, надо передать. Никак понятно, прям не могу. Да. Хорошо. Так, сразу думаешь, ну какими словами сказать, а как вот это сказать, ну, а да, как да, вот да, это. Да, да, да. И вот думаешь в голове, как это, высшая математика. Угу. Хорошо, девочки, перемещаемся на уровень астрального госпиталя. 1, 2, 3.